вирусных всех явлений. Дальше колонны будут совсем не здорово. Сухие поражения от Сатурна, от Химакэм. Ух, атака здесь может быть очень интересная. Догоняет мяч Морозов! 2-0! Владислав Морозов. Спокойно, Родина! Разгоняется по ходу этого матча, набирает обороты и... И очень-очень спокойно. Ну, вот сейчас тоже посмотрим мы с вами атаку. Достаточно она так лихо и размашисто шла. Я думаю, видим много чего интересного. Но вот опять быстрая атака, опять провал у Коломны в обороне. Какая-то совсем просто брешь. Пытается здесь со всех ног хоть как-то успеть Артамонов накрыть Морозова. Но ничего не получается. И Владислав Морозов забивает второй гол Родины в этом матче. Ну и для него самого это уже 8-й мяч. Так, Морозов, конечно, достаточно неплохо себя тоже ближе так на второй части сезона почувствовал. 20-летница. Совсем еще молодой игрок.